У меня доброе утро, сегодня начинается опять в лесу. Всем привет! Конец октября, деревья совсем пожелтели, в лесу классно, прохладненько, хорошо, туманы, роса. И, конечно же, мы продолжаем исследовать осиновые леса, осинники, лиственные и так далее. Из найденных уловов продолжаются у нас опята, продолжаются у нас, в принципе, подосиновики, подберезовики, встречаются рыжики, мокрухи в сосновых местах и так далее. В общем, вот такое вот ведерко я уже сегодня надыбала, нашла. Тут у меня разносол, но в основном подосиновики и вот мокруха одна. Остальные грибы я не беру. И вот такие вот в основном крепыши продолжаем мы собирать. Такие вот классные грибочки под названием подосиновики. Вот так вот. Вообще я очень люблю встречать рассвет в лесу. Мы сегодня, конечно же, опять с Викторией. Приехали мы прям задолго до рассвета, чтобы быть в числе первых вошедших в лес. И я тут, Викуля! Он зовет уже, слышите? Далеко не разбредаемся. Грибочки есть. О, какой соловушка прилетел. Ой, какой красивенький желторотик. Где он, не вижу. Вон он прыгает, прыгает, скачет. Соловушка молча летает. В общем, ладно. Кайфуем в лесу. Не сказать, чтобы тепло, но и не холодно. То есть ручки зябнут, конечно, но грибочки это все согревают. Потому что грибочки есть, они попадаются. Конечно же, они трудовые, потому что очень много яркой листвы валяется. Трава мешает поискам. Но это же такое наслаждение, такой кайф, когда ищешь и находишь. Просто здорово. Поэтому пойдемте поищем грибочки. Смотрите, кто сегодня со мной. Привет! Привет! О, что, не хочешь сниматься? Ну ладно. А собакен, смотрите, ко мне пришел и нашел мне грибочков. Ты видел? Ты видел? Смотри. Смотри, один и второй. Смотри. Класснючие! Ты куда? Эй, шарик! Все, убежал там. Хозяин где-то рядышком с ведром ходит. Ну, пускай. Приходи, грибочки поищем. Такие вот малыши прям, ну, очень радуют, потому что таких малышей прям хочется забрать на баночку. Хотя мы уже и заготовили неплохо. Ну, как же мимо проходить таких красавчиков, правда? Смотрите, какие они хорошенькие. Размерчик самое то. Поэтому кладем в мое волшебное ведерко. Я с небольшим ведерком. Потом, потому что я в пакет буду собирать. Не хожу с корзинкой принципиально, потому что боюсь пугнуть грибочки. И у меня уже такая примета, наверное, получается. Пойдешь с корзинкой, мало найдешь. Пойдешь с маленькой емкостью, наберешь много. Да? Ты, звезда Ютуба. Пес, как тебя звать? А, песик? Будешь сниматься? Ты классный такой, да? Чего нюхаешь? Иди к хозяину, ищи грибы. Чего ты со мной ходишь? Иди, иди. Ты смотри, понравилось ему со мной околачиваться. Вот так вот. Я часто животных всяких встречаю. Зайчиков, косуль, не всегда успеваю их снять, потому что пока достану все, пока включу, они разбегаются. А собачка, видите, какая. Не боится, бегает рядышком. Ладно, идем дальше. Ищем грибочки. Мои личные первые рыжики. До этого находила только Виктория. Сегодня нашла и я. Какие они классные. Бомба, слушайте. Вау. Какой цвет классный. Ну, супер. Груздечку нашла, положила.
это Вике отдам. Она у нас их засаливает. Не знаю, куда уже столько засаливать, потому что уже каждый раз просто по мешку привозим этих груздей. Я их не собираю, не ем. А она любительница, конечно. О, пока стою. Ля-ля-ля-ля. Еще один вот рыжуни нашла, смотрите. Вот он. Во вражике такой классный. Сейчас его достану. Вот три рыжика. Получается. Хотя до сосны тут далеко. О, срезать, посмотреть, начервилась. А ну-ка, иди ко мне. Стоять. Ну что, чистый. Пустой внутри, как обычно, но чистый. Ой, класс, слушайте, ребята. Это просто восторг. Это просто восторг. Все, пора доставать пакетик. И вот он, еще четвертый дружок рыжуля попался. Тоже рядышком здесь. Ну что, ты червивый? Ну да. А этот червивый друг. Ну ладно. Классный такой. Очень жаль. Ну, из четырех, видите, один только. Тут же рядышком возле рыжиков, смотрите. Вот один. И вот второй красавчик. Ну что, забираем? Вот это прям вообще такой крепышок. О, понятно все. Ой, классный. Вообще. Бомба. Классные. Спрятался от меня под кустиком. Видите? Вот кто кого еще заметил? Иди ко мне. Красноголовый. Красавец. Ой, куда же вас уже складывать, товарищи? Прямо не знаю. Ой, смотрите, какой классный я нашла. Нога какая огроменная. Просто класс. Шикарный и чистый. Бомбический. И еще два рядышком. Представляете, вообще никуда, считай, ходить не надо. Я еще даже не углублялась. Вот один. Шикарный, чистый. Мне уже складывать вообще некуда. И второй. Ой, крепыш какой. Отдавайся. Супер. Какие классные пузачи. Вообще. Я в восторге. Какой донышковый товарищ. Красиво. А как вам этот экземпляр? Правда хорошенький? Шикарный. Звенит? Ух. Чистяк. Классный, классный. Ой, классно. Супер. Такой белоножковый, чистенький в листве. Осиновый припрятался. Ой, красота. Самый смачный какой. Вау. Ой, красавец загорелый какой. Прелесть. Ну, вы видите этого красавца? Стоит такой, загорает. Меня поджидает. Ну, привет, дружок. Ну, пойдем со мной, белоножковый дружок. Ух ты, да ты с червячком. Червячок остается дома. Держи червячок, я тебе кусочек оставлю. Я не жадная. Остальное мое. Поделили честно. Ну вот это вот вы видели, я вам сейчас покажу, какую семью я нашла. Так, ладно.
плохо выкручивается. Видимо, там на корне сидит на каком-то. Так. Тебя мы тоже срежем. Ух, там прям на палке. Так, ну да, зацепилась на коряшке. Это два дружка. Как-то прикопаем. Смотрите дальше, что идет. Так. Вау. Вот это крепышонок. Это три. И еще. Так, как его взять? Так, блин. Идем сюда. Здесь. Ой. Вылезаю. Ну, до того красивые, хорошенькие. Вы смотрите. Ну, просто приятные-приятные находки. Это просто волшебство. Сказка продолжается. Ой, как мы напали, классно. Вот смотрите, грибники прошли, и мы после них идем следом и просто вот находим вот такие вот грибы. Ну разве это не прелесть? Вика тоже нашла что-то? Что нашла? Маленькие. Ой, ей так везет сегодня, она прям маленькие нашла. Классно. О, у меня, кстати, еще в пакете для тебя грузди завалялись. Сейчас я тебе их сразу переложу. Думаешь, что, я нести буду? Нет. Я сейчас тебе их перекину. Так, ничего себе ты тут нагребла, кузовок. Ну, просто прекрасный. Просто прекрасный. Один малышок. И тут рядышком еще один малыш. Вот такие вот красавцы. Угу. Спрятался под бревном, но я его нашла. Ой, какой твердый и крепкий. Хотя, может быть, и старый. Давайте его проверим. Обычно вот эта форма всегда очень червивая. Ножка чистая. Посмотреть шляпку. Судя по всему, чистейшая. Берем. Похвастайся. Начнем с зонтиков. Какая спасибо. Прелесть вообще, слушай. Какие зонтики классные. А тут что? Вот они. А вот они какие. Опяточки, ребяточки. Ой. Ну, забирай скорей. Давай. Классно. Молодец. Напали на зонты. Зонтов здесь немерено. Берем только верхушечки. И отдаем Вике. Потому что она их собирает. Ну вы посмотрите, на каком бугорочке. Да какие хорошенькие. Лезут, несмотря ни на что, из этой глины. Что это был муравейник? Скорее всего, да, муравейник. На... Муравейник был. Давайте их захватим. А вот тут еще один вижу, малыш. Смотрите. Малыша оставим, пускай подрастает. Он совсем крошечный. А этот тоже забираем. Красавца. И еще один какой вроде классный. Большой, конечно, но все равно. Ой, он, наверное, уже трухлявенький. Сейчас мы будем его резать и смотреть. Что-то мне не нравится. Я сейчас с него сразу вот сниму губку гименофор и посмотрю, насколько он скушен червем. И стоит ли его вообще брать. Гименофор мы сейчас вот так сделаем. Разбросаем по лесу. Вот так вот. Вот. А этот сейчас мы разрежем пополам и поглядим, что он из себя... Ой, простите. Чуть не задела. Что из себя представляет данный грибок? Так, нога чистая есть. Ножка чистая. Тоже хорошо. Смотрим внутри. Чистейший, ребят. Возьмем. Возьмем мой пакет. Берем. Разберем сейчас дерево. Да вообще. Не, у меня один, целая семейка. Ну он сухой, этот ствол, ладно. Что не сделаешь ради грибочков? Вот какая жадина, слушай. Ой, вкусные какие, а там мелкие какие да, красивые. Никто ж на них не смотрит. Ну конечно, они прям понад краешком.
Вон на опушечке. На краю-то и не смотрят как раз. Ну да, все края обходят, а мы вот находим грибочки. Я тут в прошлый раз нашла такой здоровенный большой подосиновик, огроменный просто стоял. Ой, дай полюбоваться. Нет, ты посмотри, а. Ну ты сегодня везунчик на пятом, ну что я тебе хочу сказать? Ну что поделать. Вот так вот. Класс, молодец. Вот, завершился наш поход. Вот такой вот у нас вышел результат. Огроменный пакет зонтов. Полный пакет. И чисто шляпки. Тут тоже зонтики у нас в ящике. Корзина полнейшая подосиков. Пакет. Опята. Клавикорона. Грузди, грузди, грузди. Нас сегодня просто атаковали. Ну, в общем, вот такой вот у нас поход завершился. Очень продуктивный. Мы очень довольны. Если вам тоже это понравилось, ставьте мне класс. Всем пока.